Двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе россиянина Мавлета Батирова включили в зал славы объединенного мира борьбы. Церемония состоялась в Париже в день открытия олимпийского турнира по борьбе. Мавлет Батиров – чемпион олимпийских игр в Афинах и в Пекине. Также в его коллекции золотые медали чемпиона Европы, мира и Кубка мира. Он стал шестым дагестанским вольником в зале борцовской славы. До него всемирного признания удостоились Али Алиев, Загалав Абдулбеков, Владимир Юмин, Буайсар Сайтиев и Юрий Шахмурадов.